наши любимые абхазские друзья. Вот мы все-таки продолжаем. Ребят, раннее утро, представляете, принесли горячие курасаны. Это вот как где-то в Париже, там, знаете, в Бразилии сидишь, вот это. Я прям кушать это. Остановилась и такая думаю, что-то пока больше не хочется делать. Я ушла в отпуск, должна была выходить из отпуска, и как раз за время моего отпуска случилась война, закрылась наша фирма, я такая... Это слово будет запретка. Борис, а что там такое лежит? Случилась перезагрузка. Да. Что там лежит такое? Я не знаю, как это назвать. Тебя зовут? Майя. А ты зачем приехала на это мероприятие вообще? Я приехала побыть вместе. С кем? С нами, со всеми. С собой. С вами, с нами, с природой. С процессом. С тем, что происходит. А вот сейчас это сейчас прямо середина, экватор как бы вот этого вот ретрита. Ты, да. ты попала туда, куда нужно, ты не жалеешь? Абсолютно, абсолютно. Если тебе вернуть время обратно, ты бы поехал? Доброе утро. Я живу сам в Сосновом Бору, где находится атомная станция, и приехал в другой Сосновый Бор, который находится где-то там на севере Ленинградской области. Посмотрите, это город будущего, тот Сосновый Бор, в котором бы я хотел жить. Ну, во-первых, сзади меня, видите, вода родниковая идет. Очень классный источник. Он... То есть с водой проблем нету. Дальше вот находится кухня вегетарианская наверху, а сверху ретритный зал. Там йогой занимаются, цигунами. Там, и все там находится на берегу озера. Зовут? Я Ататоша. Давай посчитаем, сколько здесь. А что вы здесь делаете? Я здесь живу. Здорово. Александр, где мы находимся здесь? Это что такое за здание? Ладно, не хочется. Доброе утро. Я живу сам в Сосновом Бору, где находится атомная станция, и приехал в другой Сосновый Бор, который находится где-то там на севере Ленинградской области. Посмотрите, это город будущего, тот Сосновый Бор, в котором бы я хотел жить. Ну, во-первых, сзади меня вода родниковая идет. Очень классный источник. То есть с водой проблем нету. Дальше вот находится кухня вегетарианская наверху, а сверху ретритный зал. Там йогой занимаются, цигунами, там, и все там находится на берегу озера. Все растения на свете, отчего к морям спешит река. Как мы в этот мир приходим. Мои дорогие абхазцы, смотрите, мы опять в теме, и опять мы на ретрите. Так что приезжайте. Наверняка. Нормально, опа! Хот-дог! Бонжур сказал ты? Нет, не сказал. Бон аппетит. Сильвополе. Наши дымы после великами, наша крыша небо голубое, наше счастье жить такой судьбой. Запретная нынче песня, но мы поем. Счастье жить такой судьбою. Из нижних чакр, скажем так. Вот. И есть мантры. Я вот себе написала сообщение. Я не знаю, как куда бы скинуть, чтобы можно было. Некоторые знают. Очень приятное ощущение, когда вы стоите на грязи. Ногам хорошо, они согреваются сразу. Это приятное ощущение.
То есть это правильный вопрос. Дочь, давай. Да? Дочь, да, тобой. Дочь, делай вещи. Мы здесь, смотрите, мы здесь не занимаемся преодолением какими-то сверхусилиями, да? Но мы наоборот стараемся расслабиться, дышать и наблюдать весь процесс максимально. Поднимаем наверх. Дыхание свободное, оно может быть сильным, оно может быть незаметным. Это другое, окей. Вверх. Ждем отклика. В какой-то момент отклики становятся очень длинными, но сейчас мы, поскольку делаем, ну, скажем так, некий экспресс-курс, да, то есть мы чуть-чуть быстрее делаем, чем мы могли бы делать. Собираем этот поток. Проводим сквозь тело быстрее. А еще здесь есть кафе «Вкус жизни» называется. И оно вегетарианское, и здесь вот тот человек сидит, там Александр, вы видите, вот там это повар, и здесь это кафе заведует. А я захотел это тепленького, очень вкусненького такого, ну, чтобы горячо было там, и сделал том-ям. А я беру везде том-ям, везде, куда прихожу, в Питере, я люблю это, по Таиланду скучаю, сейчас не выехать. А вот здесь он, могу сказать, самый вкусный. Вот хотите том-ям настоящего, вам надо поехать вот в «Русскую красавицу», вот сюда, вот этот такой рефлективный центр, даже не знаю, как назвать это, и сходить в кафе и заказать его. Так что это не ради рекламы, это действительно так просто. Смотрите, лемонграсс настоящий. Его, правда, даже съел, представляете, вот это, я его никогда не ел, он тайский, это все как надо сделано, вкус, я упомню этот вкус, и когда приходишь, он отличается от другого, ну, как-то не то, все. Вот здесь он четко попало, все, вот. Так что, вот так вот. Приятного аппетита. Спасибо. Главное позиционировать. Что с ним происходит? Ничего, что с ним происходит? Ты что делаешь? Я цветы снимаю. О, мы открыл выход. Ну тогда вот эти твои. Вот это и есть модернизацию. Я вижу вот модернизацию. А где? Кстати, здесь вот. Вот здесь. Я сейчас вступила. Мне же документ. Наши любимые абхазские друзья, вот мы все-таки продолжаем вот наши практики в «Русской красавице». Вот кончились абхазские, а сейчас здесь начинается. И здесь круче, потому что у нас уже есть знания те, мы их накладываем на эти, из этого выходит что-то грандиозное. Правда, Борис? О, да. Тебя как зовут? Почему? Дармидонт. Русская красавица, ковбой даже приходит. Смотрите, какие ковбой такие. Пока в центр поставьте. Как вас зовут? Нас зовут? Голубой вагон. Да. Как? Голубой вагон. Какой голубой? Вагон. Мистер. Дрэгон. Аккуратно. Слышь, ну вы крутые вообще. Человек оценивает. Как не начать двигаться, постарайтесь найти хоть какую-то форму движения. То есть можно для начала просто двигать пальцы, например. Алена, подвигай пальцы. Сказали же не снимать, но что снимать? Твои хороша, земля для нас с тобой. Это сосна, мы любим. Всегда очень классные и глубокие. Спасибо тебе, что ты сегодня здесь. Это радость большая.